Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Родина Реплей. Сейчас, пацаны, будет все, остается буквально 2 минуты. Мне нужно срочно телепортироваться в банк, чтобы снять остальные деньги. Так, здесь основные места. Сейчас я быстро снимаю деньги, которые у меня остались, потому что сейчас будет слет, получается, машин, буквально через минуту. Поэтому надо быстро все это делать. Так, снять. Сколько у меня там денег, я не помню. Давайте 5 миллионов напишем. Так, все, 5 лямов я снял, у меня есть 10 миллионов. Цветают машины в автослоне среднего класса и премиум класса. Точнее, среднего автослона и люкс класса. Так, давайте средний посмотрим. Ебать тут людей, это пиздец. Это пиздец просто. У меня 16 FPS. Людей здесь очень много. Прям пиздец много. Поэтому, блядь, будем что-то пробовать. Сейчас будем смотреть, что происходит вообще. Сейчас еще машина заспавнится, у меня, наверное, вообще, да, FPS не будет. Так, а ну и давайте настройки, наверное, поменьше сделаю. Так, дисплей. Хуй, нихуя не поменялось. Ну ладно, в принципе, я попытался подстать, чтобы было больше FPS. Но лагает здесь людей просто очень много. Прям реально очень много людей. Я даже не знаю, какую машину я буду ловить. Так, сейчас остается пару секунд. Так, а что здесь вообще за машина будет стоять? Я не знаю просто. Все, 30 минут уже есть. Но пока что машина еще не заспавнились вообще, поэтому будем ждать. Но людей здесь пиздец сколько просто. Ебать мой рот, сколько людей, это пиздец просто. Это просто пиздец. Сколько машин, сколько людей. Ебать, ебать просто. Онлайн, блять, 800, почти 900 онлайн, понимаете? Сейчас на проекте почти 4000 онлайна. Это пизда. У меня сейчас комп, блять, сгорит. Короче, уже прошло 10 минут. То есть слет был, должен был начинаться 10 минут назад. Но слета пока что нету. Конечно, пиздец лагает. Было бы круто, если бы типа машины убрать возле автосалона, которые приехали именно игроки. Я бы мог это сделать, просто я не знаю, можно ли это делать, поэтому я делать этого не буду, потому что вдруг мне прилетит пиздюлей потом за это, за то, что я машины заспамнил возле автосалона. Но если бы тачки заспамнить, то FPS был бы, конечно, намного больше. Хотя бы 25, я думаю, был бы FPS. Ну а так, сейчас FPS у меня 15. Самая большая проблема в том, то, что я редко участвую в ловлях и... Точнее, в слетах. Я не знаю, где какая машина вообще стоит. То есть, я сейчас стою, я не знаю даже, какую машину я буду ловить, понимаете? Вот в чем проблема. Но я понимаю то, что где больше людей, там, значит, лучше машины, дороже. Но чем больше людей, тем меньше шансов, соответственно. Поэтому я пока что буду стоять там, где меньше людей. У меня такая стратегия, короче. Ну, такое себе такое. У меня есть BMW X5, Tesla, BMW M5.60, есть Charger и есть гелик, да? Ну, X5, кстати, можно было продать, но это подарок, поэтому пока что я продавать не буду. Я начал заходить в 20 минут, ну, где-то минут 7 не мог зайти. Я захожу, у меня панелька не высвечивается, чтобы пароль вводить. Я уже игру нажимал подчинить, короче. И в итоге потом все-таки зашел. Зашел, пацаны, ловите. 426. Ловите, парни. Оп. Сейчас сливают. Да? Люкс авто сливать. Люкс авто сначала сливать. Вот пакетов зашел! Да. Наконец-то мы дождались. Да.